Приближается первый весенний праздник – Международный женский день 8 марта. А значит, представительниц прекрасного пола ждут поздравления и подарки, которые готовят им в том числе и врачи-косметологи клиники Регитея. В качестве необычного презента для женщин мастер-класс по технологии омоложения Full Face. Подробности прямо сейчас. Приближается весна, аграрии готовятся к севу, МЧС к половодью, а женщины начинают готовиться к лету. Сезон отпусков и туристических поездок. Ну а клиника Орегитея уже готова к тому, чтобы помочь женщинам. Предлагает для них комплекс омоложения Full Face. Врач-косметолог Айшат Амарова разрешила нашей съемочной группе присутствовать на одной из процедур омоложения – поднятие бровей и век. Как видим, процедура отнюдь не хирургическая, а пациент чувствует себя вполне комфортно. Каждому пациенту свой подход, свои техники, свои доработки, свой комплекс процедур, который именно для данного пациента необходим. Никаких болей нет, тактильные ощущения, конечно, сохраняются. Ты чувствуешь, что доктора с тобой работают, но боли нет никакой. И сейчас, вот уже спустя какое-то время, анестезия должна пройти, боли нет. Ну, как и все, что ты боишься, надо делать. Поэтому просто сделать и все. А накануне праздника Международного женского дня клиника Орегитея предлагает всем желающим принять участие в мастер-классе по методике Full Face. Мы вас приглашаем на мастер-класс по технологии Full Face, который состоится 7 марта. Темой нашего мастер-класса будет прежде всего это метаболический синдром и старение, теория старения и как с ними бороться. Клиника Орегитея расположена по адресу улица Андрея Дементьева, 40. Работает не только в будни, но и в выходные дни. Записаться на прием, а также на мастер-класс можно по телефону в Твери 22 30 42, 22 30 53, код города 48 22.